Интернет все больше развязывает руки современным путешественникам. Планировать маршруты теперь становится все проще и наглядней. Например, с помощью Google Street View режим просмотра улиц путешественник может еще до поездки побродить в онлайне по интересующему городу, наметить маршруты и даже присмотреть себе отель. Не только по улицам возможно прогуляться с помощью сервиса от Google. Теперь, даже если не хватает денег, можно отправиться в путешествие, но виртуальное. Например, виртуальная экскурсия по Венеции прекрасна и совершенно бесплатна. Музеи, шикарные отели, предметы искусства доступны все. Особенно полезен этот сервис для тех, кто уже находится в свободном путешествии без планов и хочет быстренько осмотреться в незнакомой местности. Думаю, что сервисы наподобие Google Street View — это наше ближайшее будущее. Скоро можно будет не только найти отель в незнакомом городе, но даже подняться в номер, все посмотреть и тут же его забронировать. Как включить Google Street View? Включение режима, жмите на желтого человечка в нижнем правом углу Google карты. После нажатия на карте появляются синие линии и кружки. Тыкайте в интересующую улицу или точку обзора, и вам откроется панорамный режим просмотра. По синим линиям можно ходить, в синих кружках можно только стоять и смотреть по сторонам. Сейчас читают «Вокруг Тенерифе на авто за один день» интересный маршрут и полезные советы, предварительное знакомство с городом с помощью Google Street View. Посмотрим, как Google Street View помогает в поездках. Например, вы собираетесь в испанскую Жирону и хотите составить свое мнение об этом городе. Попробуем осмотреться в районе ЖД вокзала и найти поблизости отель или осталь. Выходим из здания ЖД вокзала. Осматриваемся, тяните фото и передвигайтесь, прямо перед вами платформы местного автовокзала. Обходим эту автобусную станцию слева. Выходим на Карлер Барселона, главную сквозную улицу Жироны. Сразу же на перекрестке поворачиваем чуть вправо, пересекаем улицу и углубляемся в соседний квартал. Сворачиваем на непримечательную улицу Карлер Бисбе Лоренсана. Проходим квартал до следующего перекрестка. Что увидим, если повернем направо? Ага, местные жители идут на работу, а справа есть кафетерия, запоминаем. Теперь, например, пройдем по улице направо. А вот и подходящий отель с броским названием «Европа». Не Хаят, конечно, зато самый ближайший к вокзалу. Если приедете в Жирону под вечер, то этот вариант отеля вполне подходящий. Впрочем, если тот отель не устроил, можно вернуться на два квартала назад и посмотреть другой отель «Кандал». Жаль, пока нет функции «Зайти внутрь». Зато можно отметить понравившееся место в навигаторе своего смартфона. С помощью Гугла турист может предварительно прогуляться и оценить ландшафт того или иного района. Наметить пару маршрутов или проверить район, где предполагаете снять квартиру через Airbnb. Сейчас читают «Поездка в Мадрид самостоятельно», что посмотреть в первую очередь виртуальная камера позволяет даже заглянуть в некоторые ресторанчики, меню, конечно, не видно, но интерьер оценить можно улыбка. Иногда, снятые панорамы кажутся более мрачными, чем они есть на самом деле. Это от того, что машины фотослужбы Google Street View катаются по городам обычно рано утром, когда двери и витрины всех заведений закрыты, а улицы сравнительно пусты. Надеюсь, через пару лет сервис станет еще более функциональным и всепроникающим. Что посмотреть в Жироне, обзорные экскурсии. Если самостоятельные походы по городу не входят в ваши планы, закажите экскурсию у местных русскоговорящих. Ребята проведут вас по городу, все расскажут и покажут. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.